Ребят, я сейчас проезжал мимо весового контроля, ну, весов на дороге. И вот этот товарищ на обочине перед ними почему-то зачем-то заделывал, смотрите, заделывал все номера. Я не понимаю, то есть, пипец. Я не понимаю, зачем это нужно. По весу вроде все проходит, даже если перегруз это легковой прицеп, его никто не знает, никто не проверяет, не вешает. Зачем он это делал? Может быть, он просто привык так делать и постоянно ездит с перегрузами? Очень интересно.